Обвиняемый в нарушении правил пожарной безопасности директор лагеря Виктория Петрос Саркисян оказался в кардиологии еврейской больницы. У него диагностировали гипертонический криз. Сам Саркисян из своей палаты не выходит и общается только с родными и друзьями. Сейчас, находясь, естественно, в состоянии хронического стресса, он неоднократно давал и до этого гипертонические кризы, и в связи с этим, по сути дела, он и поступил. И в связи с этим, как раз на сегодня на первый план, как раз вот такое вот нестабильное течение гипертонической болезни, кризовое течение, можно сказать, он проходит в связи с этим лечение. Он получает медикаментозную терапию, то есть таблетированную терапию, инфузионную терапию. Никакой охраны у палаты Саркисяна нет. Лечение проходит в штатном режиме, говорят врачи. 15 ноября Приморский районный суд выпустил директора лагеря под залог в 128 тысяч гривен. Освободившись из СИЗО, Саркисян попал в больницу.